Анна Николаева – перфекционистка во всем, поэтому доводить все до идеала – ее любимое занятие. Поэтому даже свой день рождения она превратила в великолепное шоу, поэтому заслуживает у коллег самой лестной оценки. Анна – профессионал, очень требовательная. Я вспоминаю нашу поездку в Дубай и как она готовилась к выставке. Все проверяла до деталей, как отправлялись картины, как каждая картина была с заботой переслана из России в другую страну. Как ни удивительно, но Анну Николаеву больше знают за пределами региона. Ее выставки и перформансы не раз становились событием в Москве и за границей, хотя уже успела засветиться и в национальной тематике. На недавнем открытии комплекса «Салават-Ере» есть и ее арт-объекты. В искусство я попала благодаря башкирским художникам, которые, несомненно, являются брендом нашего региона. Когда я говорю про башкирских художников, на самом деле это вызывает жуткий интерес у наших профессионалов. В башкирской культуре Анна человек не случайный. Закончив хореографическое училище в Уфе, готовилась продолжить карьеру в Вене. Но понимая, что уезжать из республики придется навсегда, приняла трудное решение остаться на родине. И не жалеет об этом, ведь Уфа все больше становится точкой притяжения творческой молодежи. Если бы Аня уехала, сколько бы республика потеряла? Я считаю, что где родился, там и пригодился. Тем более Аня очень много работает с международными импресарио. И разговаривать с ними на одном языке. Для художников чем больше возможностей показать себя, продать себя, тем лучше. Поэтому организация выставок и перформансов – основное занятие Анны сегодня. Она человек мира и живет на несколько городов сразу. Поэтому там ее знают лучше, чем в Уфе. И в этот вечер она решила это исправить и провести шоу, которого никогда не было в этом городе. Тем более повод для этого самый замечательный. Анна Николаева отмечает свой небольшой юбилей. Светлана Мухамедьярова, Евгений Ахов, новости Уфа.